Это было... Виталь, выбирай, какую сторону примешь ты. В смысле, блядь, Дискорд посмотри. Сравнил. Хоть Дотан и Шадоверс. Не Дота. Ну, то есть, типа Дота, но не Дота. Это номер новый Джаббервок, что ли? Да он уже старый. Но я надеюсь, он идет Unlimited. Он нет, еще не скоро. Он мне не нравится. Блин, на рымовник это. Потому что на следующий год будет мандяч... А, не, не будет. Просто взял и побил. この争いは激化の意図をたどるでしょう。あなたはなすべきことをなします。なすべきことって、どうしてそんな風に簡単に決め、それが本当に必要なことなのか、本当に大切なことなのか、一瞬も疑わないのはどうして。おかしいわよ。疑う。背を向けた過去は姿を変えて現れた。二度も逃げられるはずもない。共にネクサスと戦ったヨシミで一つ忠告をしておきましょう。私は無業のために剣を、無業の邪魔となるのならあなたでも切り伏せます。無業って、襲いかかってきた、あの、わからないわ。何が起きているの。迷うこと、悩むことは弱者の特権。私はなすべきことをなすだけだ。なすべきことをなします。Ох, какие звуки там, блядь. Заводит мужские стоны. Там не только, к сожалению, не только мужские. Или к счастью. С какой же стороны посмотреть?
Интересный ответ. К сожалению, не так. Иди нахуй. Иди нахуй. Бабосики прям сыпятся рекой. А, ну понятно. Да, и как раз таки ничего ни другого у меня нет. Ой, ладно. Типа, 4 рыцаря у человека. Что, ебанулся? Дьявол. Эй, Виталь. Виталь, кто за шкварни эти сейчас? Некры или... или драконы? Драконы через сатану. У меня нет сатаны. Тогда драконы, некры. У меня нет некры. Дайте мне уже заранее готовую колоду, чтоб я тут не страдал, не собирался. Да, этот амулет на тебя делал, говно. Ну пусть будет. Говно. Да, но у меня блин, карта и так. Он не сочетается с этим Оркисом вообще. Ну что Орк? Ой, господи. Так, я смотрю. Никола, клёво, его можно играть или? Вот тут он очень офигенно заходит, вот эту херню, где есть этот, как вот Лака зовут, да? У них офигенные смехи просто. Боже, я сейчас играю некоторыми вот этими деками, которые были до нерфа. Какая же тогда дичь происходила? Ты в Unlimited, наверное, не играл. Так эти карты сейчас и в Unlimited, ну и даже в Unlimited, они понерфлены уже. Oh,
Так, а что ты? Там самое интересное только начинается. Ага. Я не хочу, чтобы ты смотрел, как я сливаю рандомно собранными некромантами. Давай покажи. Че тут стесняться, все свои. Ага. Диму вообще он только мужских сторон. Мужских сторон интересует и все, мы же ничего. Я уже, блядь, чувствую, что, блядь, мне можно месяц не показывать это в Дискорде, надо уйти в глубокое подполье. Не дай бог об этом узнает Вова с Жекой. А маленькие оговорочки, как бы. Я вам уже написал. А там уже Жека в корпус знает. Понятно. Но... Дока, киоцкете кре. Оре га ю, минна но нака нива. Даре мо каре мо га бара-бара де. Доко ни иру ка датте вакаранай край на но ни. Соре демо... Демо... Тупой Ронал. Ичибан бака на но... Никола, я хари и така. Кегано симпай ва суру маде мо. Оджи-сан? Кими мо ита но ка? Луна, коно оджи-сан то асонде та но. Соу ка. Ужи де нани ёри да. Яккай да но. Мугё но ленчу га аравареда то омотта ра. Блейд Райтс но мугё но моно га итти ита. 偽りの太陽により、この国を戦火が襲うと。また？好きにさせるものか。もうやめてよ。あの方を。 Ах, блядь. Ты же его жертву не приноси. Сердце поношение блокирует последний слой. А потом... То есть просто ложить его за двоечку 1-1 и потом убивать нет смысла, да? Нет, если он лежал в поле, потом ты его убиваешь, то так можно. А если ты его приносишь в жертву Бурел Райтом, то... Не, ну он будет 1-1 и сдохнет, и возродится 1-1, какая разница. Бурел Райт его блокирует последнее слово, если ты из руки его в жертву приносишь. Я тебе... Вот я его сейчас скину, да, вот на поле, фанфары. Но будет он 1-1. Потом его убьют, он вернется мне 1-1 снова, ну и... Нет, он вернется, уже будет 2-1. Разве? Да, потом будет 3-1, и на 4-1 он станет 1-1. И хоть и Волви, хоть не Волви, выше, чем 1-3 ты не получишь. Блин, мне хочется 4 морды получать. Убивай. Придется.
парни покинут. Вообще не о чем. С такими картами просто зашкварных нет. А ты что делаешь? О, да, призываешь точно, что делаешь. Вот на следующий ход хорошо было откинуть. Ну и саму на себя можно жертвовать. Ага. Если тебе другие нужны. По-моему, я зря это сделал. По-любому. Хитрая жопа. Он же только четверочку пробивает, да? Угу. А ты бьешь... А, при последнем слове, ну, плэт. Ты мне сейчас зашел. Мне маны не хватит. А, окей. Двоечку некого играть еще. Вообще, просто супер. Просто офигительно. Че говно его просто завалить или как? А нет, блин. Было бы тебя на 1 хп меньше, сраная эта обезьяна. А он же вернется мне в руку, да, если я его в руку? Каждый раз, когда он умирает, он возвращается в руку. Ну как, если он не забанен, если он не бурял райд. А, ну блин, это все равно не сработает. Это еще один навод придется тратить. Ты его не сможешь сейчас обмануть, я говорю. Он после того, как тебе вернется в руку, получит 51 атаки, то есть у него будет уже 4 атаки. И мне когда ты его играешь в поле с 4 атаки... Мне не хватает частей, чтобы просто сломать его. А бить его, ну, просто вот как сейчас, тот комплект. Ладно, в твоей жизни не слышно. Он не такой уж и бесполезный. Я думал, он в руку возвращается. Жопа с ручкой. И толком не от вас, от всех мудаков. Да ладно, что ты пиздец попадет это. Блять. А, у тебя и волосы есть, ну, кстати.
принципе, если на следующий ход ты успеешь сожрать орки, сразу победить. Если. Ну, все там все нормально будет. Алка потянет меня. А можно считать, что я победил? Нет, нельзя. Ну и сейчас вообще самое время готов ортиса под волосом, сильно будет чатичка. Сюрприз, но похота. И кто тут самый сильный? Тут только вот так и будешь. Вот это плюха. Да. А то то. Вы можете любить, если думаешь, что он сможет этим вас сейчас. Все, можешь бесконечно спамить Николу. Вообще изи плей. Он тебе видишь, дал спел. Если собираешь 20 дней, то ты на десятку уж можешь отсюда. Нет, нет, она потратит. Нет. Да лучше вообще нету, просто Николу спамить еще. Ты что делаешь? Вот 4. Ага, накопишь. Да мне маны так-то не хватит, Никола двоечку стоит. Наверное. Виталик, там тот путь к топ-1. Убивай всех его, фолловеров, убивай. И так убиваешь. Да. Вам тоже расскажи. Блин, руки забегаются. Че, морду ему сразу прорашить? Не-не, убивай все сейчас. Следующий... Если ты не можешь его убить за один ход в морду... Смотри, то лучше на следующий ход будет 10-й ход. Мне хватит и на некроманте, и на его, и он сразу... Ты здесь мало вероятно, что он тебе как лучше. Разве что за Кайзуди. Это, наверное, было плохо. Ну, тебе сейчас перестанет лук лазить, можно какие-нибудь обычные двоечки слить. Вообще так-то можно? Почему ты нет? Да даже если сейчас уже будет кинуть первый. А то ему на всю ману обойдется. Ну и зуди уже нет.
Так что херня бьет прямо в морду, да? Ну, туда тоже. Ай, блядь, я обосрался. Прям удивляюсь, слушай. Не так, чтобы очень сильно, но неприятно. Такой увлекательный геймплей, что соль за денег, да? いろんなギルドが牽制し合うから俺は自由に動けなかった。鎖がちぎれたらさ、化け物が暴れ出さないかって不安になるだろう。だからこうなる。俺が暴れ出して被害が大きくなる前に俺を殺していいって。まあ相手もそこそこ準備してるんだろうけどさ。おじさん、ルナと遊んで。いや、この状況じゃ無理だろう。終わったら遊んでやるから、ローウェンと行けって。ああ、特に行くあてないならさ、マーロンのやつも買おう。見に行ってくれると助かるな。わかった。君にはいらない言葉だ。で、まさか一人でってわけじゃないだろうし、俺のことも知ってるの。鉱石食って全力でやる。俺を倒す算段も作戦も無駄。流れ、命がごとく噛みつけ、蛇のごとく摂理の逆転、くさびの気候、我こそは。そう。ох ты, новых подвезли, нифига. Это та карта, которую я сказал, что вы сейчас смотрели. Они просто ее увеличили, серьезно. О, я думал, новых этих фонов подвезли, думал, нифига, прогресс. Он тоже какой-то стрёмный. Ага. А ты кто из них злодей, а? В этой игре проблема с мотивацией. Да? Да. Может, не... Настолько неожиданный поворот, что я потерял. Опять, блядь, эти звуки. Чёртовы мужики. Единственное, кто адекватный, так это Ариса. Все. Она просто, она эльф, и этим все сказано. Она просто хочет, чтобы все было оки-доки. Ну и еще, возможно, вот этот. それが団長からの命令。そうだ。壊しちゃって。つまり、本来ならば俺が。騎士は使え、控えるもの。知っているぞ。団長さん、ごめんなさい。入ります。あの、団長さん、聞かせていただきたいことがあるんです。Он уже давно сдох, что ли? Корема. Уцуа но кехай.
странно. Это была попетка. Ну да. То есть никакие попетки клевые были. Будут в будущем, а? Виталька, ты можешь такой... застать в прямом эфире топ-1 взятие, возможно. С высокой вероятностью. Ну, так интересно, могу потом раскидывать. Блять, что они все ухают, как будто их ебут там. Ну тебе ж нравится, что ты жалуешься. Я не понял. Там всех. Логично. Топовый компьютер. Вот эта компания, по-моему, самая лучшая из всех, что были под этим. Разве? Да. Самое главное оказался попеткой. Сюжетный поворот. Ну а как думаешь, кто оказался злодеем? Кто из них самый? Вот это вот туша. Он мне никогда не нравился. Он слишком стрёмный. Он слишком стрёмный. Ну ладно, давай проверим. Это реально будет, это, знаешь, сюжетный поворот, если злодейка все это время была Ариса. Это был бы твист. Не, ну она точно быть Нексусе не может. Потому что Нексус появилась после того, как... завалили еще в первой сюжетной кампании. Ее не завалили, она убежала в этот мир. Да, Жука. А, это да. Никола が気を回してくれた。道は俺が切り開く。まずはこの教会からだ。なるほど。А, нет, то, что они добавили новых этих, новых фонов. Они наконец-то добавили новых механик, которые были в Хёрдстоуне, которые, ну почему нельзя было добавить здесь, это же весит. Таких. Ну, увидишь скоро. Я тебе говорил, он был стрёмный. あなたを止めに来ました。あなたこそが元凶。いえ、あなたとマーロンさんこそが全ての元凶なのですから。あなたとエスカマリは秘密裏に連れて行ったのです。エスカマリはあなたに鉱石を供給し、あなたはエスカマリに武力を与えた。金鉱などというお題目を掲げて私たちの訴えを退けてマギスから金銭を巻き上げておそらく、いえ、干渉していたのです裏で糸を引き彼らを駆けつけてそしてこのそなるほどねそっか考えたな、そういう筋書きで行きたいわけだな。ええ、そうなんです。どこかにいるのは分かってたの。俺と同じ別世界からの異物が、そいつが。
お前だったのか。メイシア・ラフォージ。隠してたのは正体だけじゃありませんよ。抜けたのか、その剣を。あなたの力も、マーロンさんの察しの良さも、困っちゃうんです。あの方にもう一度会うために、有用性を示さないといけませんか。マーロンは、見守ってみます。すでに、エスパンの方が来ちゃったかよ。無行もほとんど潰せていますし、マギスは知らぬ存ぜぬでしょう。Почему это должен быть прям такой сюжетный поворот? Потому что реально, мне в последнюю очередь не подумали. Я ее вообще не знал до этого момента, она просто пришла сюда в этой арке. Вот именно, потому что она и появилась только в этой арке. Вот! Но там нет смысла. Почему? А потому что это одноразовый злодей, ну ее нахер. Было бы шоком, если бы мы знали ее с прошлых арок, да, потом вот это поворот. Не, главный герой же меняется еще. Кто тебе будет переделать? Вот. Главный герой строить нельзя. Ну, вот поэтому все японские истории сосут, потому что у них яиц не хватает так делать. Ну, блять, ну, есть, но не в таких играх. Нио! Нио, да. А, блядь, ой, Нио, тьфу. Нир автомата я пытался сказать, извини. Вот Нир автомата, там, блядь, ты никак в жизни, я не знаю, кем нужно быть, чтобы угадать, как закончить сюжет. Это нужно быть разработчиком. Ну, разработчиком. Да, блядь, там, по-моему, сам разработчик не знает, как игра закончится.話をさせていただきましたよね。私の体は生命力を魔力に変換できるんです。いえ、してしまうんです。生命力が尽きない限り私の体は魔力を生み出し続けます。これがまた過ぎたくは及ばざるがごとしとはよく言ったもので、И победка. Кону лёте но моньё о цзжите синто но минасан ни марёку о ваке. Игрок в шахматы. Да, я. Да, я. Да, да, я. Да, да, я. Лучший в мире игрок. Это я. Да, да, я. Да, да, я. Да, да, я. Лучший в мире